Друзья, привет! Это снова я. И теперь мы вышли на улицу для того, чтобы пообщаться с жителями нашего города о экзаменах, посмотрим, какие лайфхаки у них есть, что же они делают для того, чтобы списывать, и вообще списывают ли они или пользуются своими знаниями. Вперед за общением, поехали! Ну, мы с телекомпанией «Актис», ты так не бойся. Эльвира просто с каждым моим словом отходит на шаг немножко. Я к ней подхожу, пытаюсь, чтобы дистанция была нормальная. Эльвира, давай, пока автобус едет, рассказывай, списываешь вообще ты или нет? Нет. Нет? Честно, давай, нас никто не увидит из учителей, это точно. Списываешь или нет? Если только редко, но... Что? Скорее нет. А одноклассники списывают твои? Не знаю. Что за святые школьники-то у нас вообще тут такое? Это группу так можно назвать, кстати, ВКонтакте. Вот есть МДК, а можно назвать святые школьники. Вот, ты будешь ее основателем. Откуда идешь? От Рамы Плюс. Ты должен был сейчас сказать, со школы иду. Со школы иду. Все, молодец. Ты в какой школе учишься? 36-й. Отлично. Слушай, Дань, какие-нибудь есть лайфхаки, как списать можно? Нет. Ни разу не списывал? Нет, не списывал. Серьезно? Серьезно. В принципе, по тебе можно сказать, я так сразу посмотрел на тебя и подумал. То есть ты всегда пользуешься своими знаниями? Да. Реально? Да. А одноклассники списывают? Да, списывают. А тебя просят дать им списать? Да. Что ты им говоришь? Ну, дай просто телефон с интернета. Списывали хоть раз? Да, естественно. Каким образом? С крышечки калькулятора на физике. С крышечки калькулятора на физике? А что у вас там влезло на крышечку калькулятора? Куча формул. Куча прям? А калькулятор что, вот такенный? Ну. Как вы списывали? И списывали ли? Ну, конечно. Каким образом? Давайте какие-нибудь старенькие лайфхаки, которые всегда... проверенные временем варианты, так скажем. Ну, так, глаза на бок и списывала. То есть что-то клали рядышком и глаза на бок, да? Так заметят... Телефонов не было раньше. Ну, заметят же, наверное. Ну, бывало, конечно. Бывало, замечали. Ругались на вас? Нет, не помню. А одноклассники какие-нибудь тоже, может быть, использовали варианты такие? На коленочке там писать? Ну, как же, я писала. Вы писали на коленочке? Конечно, все было. Тогда вот нельзя, ну, не модно было, да, рваные джинсы носить, а сейчас... Снимайте. Это «Актис», «Актис». Да, спасибо вам. Все, до свидания. Быстрей.